И дерево вот такое. Вот мужик. А вот и дерево. Вот и. Нет, тут еще есть площадь. Центр Праги. Более. Это военный какой-то. Это вот. Куда ехать? Давай. Это тупик. Давай. Машины не останавливаются, давай. Двухратные связи, ему нельзя идти. А, ну да. Вот хорошо. Пути махнуть. И застеснялся. И баба поделилась, бачи? Привет. Думаю, это угашень. Да ладно. Туристы. Местное население попугай. Мужик ногу одну праву выставил перед дубом. И замер. Не ругайтесь. Тільки не ругайтесь. О, о, давай вот до твоей церкви. Дивись там. Да я понимаю, что до той церкви. И куда нам ехать? Да, для этого краса. Сцену накрили. Давай. О, мы тут. Ё-моё. Тільки прямо и потом где-то налево. Ну давай прямо, там опять червоных свет. Давай. О, поліцейські. Тисне. А як же нам туди проїхати? По-моєму, тут. Не кругоносно. Як же нам доїхати тепер до тої церкви? Зараз доїдемо. Не ругайся. Може прямо їхати? Давай вліво, а тут вліво може? Нельзя. Ну а як-то нам вернутися от туди? Так-то ми вже зі старого міста виїхали. Тут же русский магазин, по-моєму. Подожди. Так, где-то вот здесь. Это автовокзал, да? Вон, вот тоже автовокзал прям. А вот тут тройка. ДТ вокзал. Нет, это не же. А вот тут тройка должна быть. Мне тогда Паша показывает. А ну не. Он мне еще показал.
вот тут где-то русский магазин. Дальше, да, там был магазин. Да. Лево, давай, давай влево. Давай, 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 давай. Да. Он мне показывал, я же. А ты был? Давай вон до той.